данный момент мы на центральном рынке направляемся к торговому центру Башкирия, в творческую студию «Галаба». Вот. А оттуда уже мы поедем обратно в центр, в план «Б». Таков наш маршрут. Вот. Пока мы направляемся в «Галаба». Это торговый центр Башкирия. А в «Галабе» вечер стихов. Я просто читаю стихи и уезжаю. Вот такой вот у меня вечер. В плане «Б» мы будем сидеть с мерчем, продавать носки, футболки, картины. Как, вот что удивительно, на каждом мероприятии как минимум одна картина у нас продается. Не за баснословные деньги, конечно, но все равно приятно. Меня зовут Алексей Абрамов. Подписывайтесь на меня ВКонтакте. В общем, скоро, совсем скоро, наверное, на следующей неделе мы с дочкой приготовили одну песенку. Видяшечка сейчас готовится, сделаем. Подписывайтесь, будем дружить, давайте. Спасибо большое. Всем привет, меня зовут Алия Юнусова, еще известна под псевдонимом Айви. Вот, я в основном пою, но пишу стихи также. Кто мы? Всего лишь лицедеи, напили среди веселья в час чумы. Давай мы сядемся скорее за джамбея, да и затянем раву вдруг на перебор толпы. Ты просто слушай пульс манящий, и подбирая к сердцу ритмы, стучи на злотой тишине звенящей и пустоте внутри водящей. Здесь и сейчас, в этом волшебном джеме, мы все сошлись в едином лубе, и словно розы, алые в Эдеме, вдруг зацвели на вмёрзшей клумбе.
Контекст — это важно. И чтобы был понятен контекст, на момент написания этих стихов и, соответственно, первого сборника, я вдохновлялся такими людьми, как Хантер Томпсон, Довлатов, наш земляк, между прочим, и Чарльз Буковски. При этом окружал меня далеко не Вегас, не Чикаго, насколько я помню, Буковский жил там, и даже не Питер. Меня окружали уфимские подъезды и уфимский андеграунд. Давай помолчим, дорогая, глядя друг другу в глаза, совсем ничего не скрывая и в молчании тайн не храня. Возможно, нас завтра не станет, и мир обойдется без нас. Факт этот больше не ранит, у каждого есть ведь свой час. Минуты сквозь дым пролетают, за окном уже брызжет рассвет. Твои руки — подобие рая, и мне жаль, что меня в них нет. Спасибо. В нашем воздухе аромат страха. Пирамида для нас проста — пожрать, поспать и потрахаться. Как бы ты высоко не забрался, дофаминовой яме поливать андеграунды или служащие государства. Если закрыть здесь всех ненормальных, то по улицам некому будет ходить. И в тишиной, где-то в тебрях районов спальни, закончится каждый стих. Спасибо. Последний тоже короткий. Пожар под жабрами, и с нас, возможно, хватит. Нам хотелось бы быть храбрыми, но у огня лишь дьявол остается на подхвате. Спасибо!
Сегодня день рождения одного из организаторов мероприятий в Уфе, вот, и у ребят здесь вечеринка по этому случаю.
повел людей на парку, в соответ сутилины. Даже не копая плаки, все запачканы в щитях. Сыне сила была видна, и событий слабый судит. Те, кто хочет быть забытым, только мы не видим все. Все искатели зрителы, слитно подлипали. Слава парни, тихо, мы не жил. Парни, тихо, мы не жил. Парни, тихо, мы не жил.
Fuck!